Здравствуйте, дорогие друзья, любители видеоигр, с вами дядя Сережа. Мы продолжаем Heavy Rain. В прошлой серии произошла трагедия у Итана, погиб ребенок. И вот второго забираем из школы. И поедем. Так, давай. Шон совсем замкнулся в себе и, по сути, не больно-то общается с отцом. Так, нехотя. Спустя даже 2 года. Так, куда это мы едем? Явно не на дачу. Какой-то район. Съемная квартира. Сразу видно, не обставлено, ничего не установлено. Больно-то. Практически пустая. Холостяцкая. Да, и жены нету рядом. Скорее всего, и развелись. В эти выходные Шон остается у Грейс. Ко мне он приезжает с неохотой и всегда торопится вернуться к маме. Видите, все ясно. Развелись и... Я прикрепил напоминание на видном месте в кухне. После этого действительно перестала с ним общаться. Тоже он увидел. Мастер оригами снова наносит удар. Опознана 7-я жертва. Полиция подтвердила, что убийство совершено по принципу работы мастера оригами. Такс. Что он так взбудораженно бросил газету? Мне интересно. Так, на кухне есть какое-то расписание. Давайте глянем. Ознакомимся с ним. Точнее, я знакомлюсь, он-то, может, и знает. Так, 16:30 перекус, в 6 уроки, 7 ужин и постель в 8 вечера. Так, часы у нас вот здесь. Сейчас 5 вечера. Давайте дадим ему перекусить, спросим, хочет ли он перекусить, потому что время уже истекло. Судя по графику. Так, перекусить. Что ж, пора перекусить. Ты голодный? Кажется, чуть-чуть. Что можно дать ребенку перед ужином? Ну, естественно, давайте дадим фрукты детям. До еды обычно их дают. Да и вообще это полезно для желудка. Так, держи. Вот, Шон. Давайте поиграем в роль хорошего отца. Очень, конечно, нелогично после того случая, но все-таки второго ребенка надо воспитывать получше, нежели первого. Уж простят меня разработчики, потому что первого, конечно, воспитали не ахти как хорошо, не уследили. Так, что можно здесь? Так, холодильник. Давай выпей пиво или что это. Расслабься немножко. Весь замкнутый, я, конечно, все понимаю. Но время идет. Жизнь продолжается. Я, конечно, не сторонник всеразличного алкоголя. Стараюсь сейчас вести здоровый образ жизни, но... Почему бы и нет, так скажем. Так, Шон, куда ты пошел? В уборную, да? Так, во сколько там уроки, сейчас глянем. 6 ровно у нас уроки. 7 ужин. Так, глянем на часы. Так, еще полчаса есть.
Можно, в принципе, чем заняться? Чем можно заняться? Так. Ну, давайте расспросим у него, как дела вообще в школе. Все-таки отец ведь. Давайте Шон, поговорим. не хочешь поговорить? О чем бы это? Не знаю, о тебе, о друзьях. Как идут дела? Все нормально. Да, с неохотой, конечно. Как дела в школе? Учитель добрый? Да нормальный, пап. Да, на отъебись, конечно, все это. Ну ладно, не будем его отвлекать, пускай разберется тоже сам в себе. Так, мы посмотрим, что у нас здесь, есть какие-нибудь еще взаимодействия. Так, ну это мы поняли. Так. Давайте постираем. Так, это у нас Мишка. Не будем его брать. Так, свет. Давайте везде включим свет. Так, здесь у нас есть. Здесь включим. Ну и, соответственно, здесь. Так, без 5-6, да? Пора браться за уроки, я так понял. Так, Шон, уроки. Шон, пора бы взяться за уроки. Ну, пап, я хочу еще посмотреть телек. Потом сделаю, ладно? Так, это не прокатит. Давай лучше сейчас. Не откладывать, зато потом будешь полностью свободен. Да. Так, совершенно верно. И занимайся на кухне. Давай, шуруй, пацан. Так, я зайду в туалет. Включим свет. Нос. Стрелочку не видно было. Давайте выйдем. Так, здесь еще не включили, давайте включим. Так. Так. Что у нас у входа, мы забыли посмотреть. Так. Что это такое? Конверт? Готово. Можно смотреть? Родители вернулись из церкви, но детей уже не было. Они искали и звали их, рыдали и молились, но все было тщетно. Их не нашли. Так, ребят, что это такое? Что это? Пришло по почте? Какой-то неизвестный конверт. Так, что бы это значило? Скрытное сообщение какое-то. Дай посмотрю. Неплохо. Все правильно. Свободен. Такс. Далее. Ужин в 7 вечера. Сколько у нас до ужина? Так, до ужина у нас еще 20 минут есть, да? А как все хорошо начиналось-то, конечно. Разве Итан один виноват во всем этом? Так, ну давайте поужинаем. Ты хочешь поужинать? Еще время О, терять. Да, страшно хочу есть.
Ладно, посмотрим, что можно съесть. Разогрею, позову. Так, нет, нет. Так, Итан. Холодильник. Так, что есть на выбор? Пицца или что это? То же самое херня. Ну давайте. От фастфуда мы сегодня откажемся. Так, закрывай холодильник. Это можно разогреть, я так понял. Микроволновка рядом. Так. Так, у нас Шон шмыгает. Заболел чуть-чуть, подождем. Ну как быстро. Моментально просто. Что же ты там разогрел? Прямо не вынимая из упаковки даже. Курица, картошка, морковка, понятно. Это ты собираешься ребенку такое иди давать, есть, да? Шон. Еда да. готова. Я иду. Так, и 8 часов нужно будет поспать, да? Строго по графику. Какой пунктуальный отец все-таки. Давайте пока выключим. Пускай спокойно поест. Давайте сядем с ним. Такой цепляющий момент. Чувствуется вся просто проницаемость и духовность в этого, в этом вот небольшом, небольшой кат-сцене. Не доел и выкинул просто в раковину все. Понимаете? Вот так вот. Потом все забивается, затапливается и так далее. Так, Итан, не тупи, пожалуйста. Что с тобой? Так, Шон. Поиграть, может, не хочешь? Хочешь немножко поиграть со мной? Лучше телек посмотрю. Все ясно. Сколько тебе там осталось? По сути-то. 25 минут. Ну да ладно, поиграй немножко. Так, давайте посмотрим, вернее, поднимемся наверх, посмотрим, что у нас на втором этаже. Так, включи свет, Итан. Так, что за комната это у нас? Очередная уборная. Давайте выйдем. Я так понял, это комната Шона. Да, видите, наброски его после того момента до сих пор забыть не может. Ну, собственно, дети очень впечатлительные. Да, дождь уже им просто надоел. Льет и льет. Так,
А это, наверное, наша комната, да? Ну да. Музычка. Очередные авторские права мне потом влупят, как всегда. Так, ну время пора спать, ребята. Пора спать все-таки. Надо закругляться. Так, здесь у нас что? Так, пожалуйста. А, понятно. Ну, сейчас, мне кажется... Ой, вообще не до работы, я так думаю. Или что, Итан? Вот твой набросок. Запылился весь, смотрите, сколько. 2 года прошло, да? Старые видео. Эй, хватит скакать, а то вы все время не в кадре. Что мне надо делать? Не знаю. А, да, Джейсон, кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я не знаю. Может, пожарником или космонавтом. Стойте, стойте, придумал. Хочу быть охотником на динозавров. Я буду делать игры. Самая красивая мама на свете. Эй, Итан, стой! Ну не надо. Не люблю камеру. Эй, пап, меня, меня! Увидишь, как я быстро бегаю? Да, и я, пап, я тоже очень быстрый. Да, ребят, очень трогательно. Зря, конечно, я сюда сел, очередной раз растрогав его. И так на нем лица уже нету. Очень плохо выглядит. Давайте уйдем отсюда. И уложим все-таки ребенка спать. Пора уже. Так, Шон, идем, спать. Шон. Пора спать. Я не устал. Можно подольше посидеть? Нет, Шон. Ты сам знаешь, что это неразумно. Завтра в школу. Тебе надо выспаться. Ну, хорошо, ложусь. Ты пойдешь со мной? Чисти зубы, надевай пижаму. Я приду. Так, телевизор выключаем. И желательно везде свет выключить. Желательно. Так, у нас здесь включена машинка была. Так, Мишка. Так, он его взял, так. Ну, скорее всего, надо будет Шона отнести его, да? Почему-то мне так кажется. Спасибо, пап. Догадливый отец. Спокойной ночи. Ага. Пап. Да? Ты что такой грустный? Мне просто нужно время, Шон. И все у нас будет как прежде.
Знаешь, пап, ты не виноват, что Джейсон умер. Спокойной ночи. Ладно, ребят, давайте пойдем отсюда, выключим свет. Или пускай чуть приглушенно. Что такое? В чем дело, Итан? Что такое? Твою мать! Где ты, Итан? Какого хрена ты здесь делаешь? Ты лунатик, что ли? Да вроде нет. Оригами в руках. Собачка. Что, мать его, это значит? Итан. Карнаби. Напоминание. Так, вторник, 6 минут первого, количество осадков 7 миллиметров. За кого мы с вами перемещаемся? Так, это получается наш второй главный герой. Такой мужчина, да? Тоже средних лет. 40-45. Не меньше. Такое плотного телосложения. Так. Лорен Уинтер. Знаете ее? Это едва ли. Да? Вот так. Лорен Уинтер. Третий этаж, последняя дверь по левой стороне. Урод. Третий этаж. Так. Зацепка. Сколько можно искать? Может... Так. Почему-то мысль сразу оборвалась. Так, какая дверь? Не помню. Ясно. Давайте попробуем, потыкаем все. Ух ты. Давайте послушаем, нет? Такой, знаешь... Кто-то посмотрел. Да его нахер, говорит. Так, ребят, здесь что? Лорен Уинтер? Без договоренности не принимаю. Ты кто? Стойте! Проститутка, что ли? $50. Ну, понятно. Только без поцелуев и извращений. Заметано. Кладите деньги на стол. У вас ровно 10 минут. Звенит будильник. Время вышло. Ясно? Ну, в принципе, если игра позволит, я не против. Вы бы раздевались. Ваше время идет. Вообще-то я не клиент.
О, черт, да вы коп. Ну надо же, что хотите, тест-драйв на халяву? Меня зовут Скотт Шелби, я частный детектив. Так, понятно. Родители жертв мастера оригами наняли меня для расследования. Я лишь задам вам несколько вопросов о сыне. Я уже все рассказала полиции, добавить нечего. Проваливайте. Подожди, что так грубо-то? Понять? Я понимаю, Лорен. Прекрасно вас понимаю. Правда? Вы знаете, каково это найти своего сына мертвым на пустыре? Увольте, я не верю, что вы способны меня понять, мистер Шелби! Ты плохо думаешь о людях. Убедить. Этот убийца все еще на свободе, и наверняка будут еще жертвы. Моего Джонни нет, какая хрен разница? Если не поймать убийцу, многие женщины найдут мертвых сыновей на пустырях. Но вы правы. Какое вам дело? Вам-то уже все равно, а? Я надеюсь, мы ее растрогали. Что вы хотите знать? Так, подозреваемый. Вы подозревали кого-то, кто мог сделать это? Здесь бывает много сомнительных типов, сами понимаете. Конечно, я об этом думала. Но это же так нелогично. Зачем кому-то из моих клиентов делать такое с моим Джонни и другими детьми? Джонни. Расскажите о Джонни. Каким он был? Джонни был таким славным. Только часто лез в драку, когда обо мне... Вы поняли? Я думаю, он понимал, что происходит. Так, исчезновение. Как случилось, что он пропал? Он обычно гулял со своими друзьями после школы. В тот день был просто жуткий проливной дождь. Никогда не забуду. Все дети вернулись домой в 5. Кроме него. Так, полиция. Когда вы забили тревогу? Около 8. Я заволновалась, обежала весь квартал, ходила на пустырь, где они играют, ходила... к его друзьям. В полицию позвонила в 10. Время вышло, мистер Шелби. Я надеюсь, вы довольны. Проваливайте. Да что ж так грубо-то? Давай еще денег подкинь, еще поговорим. Все? Так, что ты хочешь? Если вспомните что-то, любую малость, позвоните. Ладно, пойдем. Что такое? Так, давай сюда. Не тут, сверху. Так, R1. Астматик. Что ж такое-то? Лорен? Ну и что за хмырь? Это я. Рой, зачем ты пришел? Я же тебе сказала, не смей являться сюда. Ну, киска. Я же так соскучился. Так, давайте-ка глянем. Что такого хрена? Чё тебе надо, урод? Лора, что ты там делаешь? Все в порядке? Да какое же там в порядке-то? Проваливай, косёл! Так, ломай нахер. Снова ты? Хочешь проблем, могу устроить. Я тебе сейчас мозги вышибу.
Все, понеслась. На, урод. Блять, не то нажал. Опять не то нажал, ребят. Напряжный момент. Получай, говнюк. Трой, нет! Давай, давай. На, так, заканчивай с ним. Молодец. Еще увидимся, урод. Ну, чуть-чуть пострадали, но зато девушки помогли. Жить буду, наверное. Кто это? Бывший клиент, придурок чертов. Совсем оборзел, я ей сказала, чтобы не приходил. Ну и тебе клиент, конечно. Берегите себя. Он ведь может вернуться. Простите, если что. Мистер Шелби? Да. Спасибо. Ладно, ничего страшного, немножко поработал все-таки. Работа обязывает его. Детектив Скотт Шелби. Еще, я так понял, один главный герой, да? Еще одно новое лицо. Вторник. 8 утра, 17 миллиметров посадков. Так, еще одно убийство, я так понял. Место оцепления. Скорая, полиция. О-о-о. Ребят, да что такие все больные-то? Так, давай вылазь из машины. Ну и на этом мы серию закончим с вами, ребят. Узнаем третьего главного героя в следующей серии. Как его зовут и что он из себя представляет. До следующей серии. С вами был дядя Сережа. Пока-пока.